Для приготовления теста для курзе, вареников или пельменей нам понадобится 1 яйцо, 1 кг муки, 1,5 стакана воды, 1,5 чайной ложки соли. Просеиваем муку. В муку добавляем 1 яйцо, 1 яйцо, воду и замешиваем тугое тесто. Убираем тесто в полиэтиленовый пакет и даем ему настояться. 2 раза достаем из пакета и обминаем. Достаем из пакета готовое тесто, выбираем начинку и готовим из него или курзе, или вареники, или пельмени. Приятного аппетита!